В Аличерков Усть-Абаканского района сегодня большой праздник. Там после капитального ремонта открылся сельский спортивный зал. Где нашли средства на такие масштабные работы, узнал Петр Пермяков. Юные футболисты Аличерков проводят товарищеский матч в обновленном спортивном зале. Эти стены не видели ремонта уже более 40 лет, поэтому сегодня настоящий праздник для всего села. В Аличерков благодаря местному тренеру Владимиру Кучиндаеву футболом увлекаются и девчонки, и мальчишки. Местная команда «Надежда» известна на всю республику. Честно сказать, в таком зале теперь заниматься даже приятно будет. Не только мне, ребятишкам, я их как-то все равно нет-нет, да, когда работают тут рабочие, проведу как на экскурсию. Они посмотрят, о, все лучше, лучше становится. Можно будет побегать, мяч погонять по спортзалу. Можно делиться на разные команды. И играть друг против друга. Долгие годы детей приходилось тренировать в холодном и темном помещении с прогнившими полами и протекающей крышей. Но в этом году сельсовет стал победителем республиканского конкурса социальных проектов. Заявку подготовила коренная жительница села Галина Дорохина. Я видела, какое состояние раньше было и до какого оно дошло на этот момент. В каких условиях занимались наши дети. Мне просто это было очень важно для меня. Внести какой-то вклад свой в развитие своего села. Местные жители говорят, что подрядчики сделали все на совесть. В зале обновили полы и окна, привели в порядок потолки и стены. Ремонт обошелся в 750 тысяч рублей. Большая часть – это премия за победу в республиканском конкурсе соцпроектов. Несколько десятков тысяч подкинули район и местный бюджет. Весомую поддержку также оказали спонсоры. То, что было раньше и сейчас, это просто небо и земля. Здорово, есть где заниматься и ребятишкам, и взрослым, еще раз повторюсь. И я так думаю, что только маленькое начало, потому что на следующий год у них второй этап будет проекта, и мы тоже будем участвовать. В Аличерков решили, если повезет и в следующем году, то средства гранта потратят на ремонт раздевалок и реконструкцию фойе спортивного зала. Петр Пермяков, Антон Новожилов, Вести Хакасия.